Всенощное бдение Сергея Рахманинова впервые прозвучало в Никольском соборе Черкесска. Это масштабное произведение русского композитора исполнил соборный хор Пятигорской епархии и Северокавказской государственной филармонии. Подробности у Али Баташева. Удивительное многоголосие, сочетающее традиции классического хорового пения и церковного богослужения. 60 голосов, создающих музыкальное полотно выдающегося произведения Сергея Рахманинова, среди которых священнослужители и миряне, представители соборного хора Пятигорской черкесской епархии и Северокавказской государственной филармонии под управлением дирижера Елизаветы Письменной. Всенощное бдение – это в первую очередь духовное произведение. И, конечно, что, как не храм, сможет донести полностью смысл, духовный смысл до человека. И, конечно, храмовая атмосфера, она полностью нас соединяет с великолепной музыкой Рахманинова. И смысл текста звучит более подробно, более осознанно. И все просто происходит, можно сказать, по воле Божьей. «Всенощное бдение» – одна из вершин русской духовной музыки. Это хоровое произведение способно встать в один ряд с шедеврами Монтеверди, Перголези и Баха, говорили перед началом выступления. Это по своему характеру вообще сложное очень произведение. И вот, к сожалению, почему многие спрашивают, почему они мало исполняются именно в храмах во время богослужения. Да потому что они по своей структуре очень сложные. Их можно исполнить только хором очень пространным, когда, чтобы было много голосов, было очень хорошее, крепкое многоголосие. Сергей Рахманинов называл «Всенощное бдение» одним из лучших своих творений. Оно появилось как реакция композитора на события Первой мировой войны. Любимым фрагментом автор читал отрывок из пятого гимна, который исполняют басы. Со своей задачей артисты справились. На протяжении полутора часов зрители наслаждались великолепным исполнением произведения Сергея Рахманинова. Проект посвящен 150-летию русского композитора. Для тех, кто пропустил концерт в Черкесске, есть возможность сделать это в двух городах СКФО, говорят организаторы. Всенощное бдение в исполнении соборного хора Пятигорской черкесской епархии и Северокавказской государственной филармонии прозвучит 13 июля в Нальчике и 16 июля в Кисловодске. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия.